Умылся. Привел себя в порядок. Приведи в порядок планету. У каждого из нас есть своя маленькая планета. Это дом. Поэтому, если вы хотите спасти планету, наведите порядок в доме. Начните со сбора старых вещей. Многим из них можно дать новую жизнь. Например, пустые баночки могут стать милыми карандашницами, а старые свитера – уютными подушками. Среди ненужной одежды найдется много хороших вещей. Их можно отнести в благотворительные фонды. Эту одежду передадут людям с трудным материальным положением. Главное, заведите хорошую привычку сортировать мусор. Это облегчает его вторичную переработку. Помните, вы становитесь примером для других людей.